сейчас наше цементное тесто и польется. Будем заливать новый мастиф пенобетона. Сначала выходит вода. Как правильно назвать? Пенобетонный масло. Мастиф залит вчерашним вечером в 8 часов. К 10 часам утра полностью мастиф у нас готов для обработки. Мастиф при помощи автокара подается на действующую резервную установку. Шнек снимает верхнюю так называемую горбушку, у нас получается видовой блок. После этого опускается первая рама, ведется распиловка. Подается вторую раму, ведется продольная распиловка. И мастиф отправляется на досушку на 24 часа. Итак, на станок для резки сейчас отправляется очередной мастиф пенобетона. Через пару мгновений мастиф отправится на резку по первой фургаде железной дороги. Вот выходит уже практически идеально ровный пирог. А также, как и внешняя поверхность, шлифуются боковые стенки. Тем временем на распил поступает новый мастиф, и, как вы видите, его размер значительно меньше предыдущего. Это означает, что размер готовых блоков может варьироваться в зависимости от желания заказчика. А вот так выглядит срез готового пеноблока. Михаил, расскажите, на что он похож и какими свойствами обладает? В первую очередь, пенобетон. Чем он интересен для жаркого климата? Пенобетон по своей структуре является закрытым звеном. То есть пузырь не имеет сквозных отверстий, он не гигроскопичен. Вы знаете, он похож на шоколадку Виспа, по-моему. Да, есть такое сравнение. Его основная функция, что снаружи он не пропускает жару, удерживая за счет воздуха внутри самого блока температуру. То есть, когда у нас повысится жара, в помещении у нас сохраняется нейтральная температура. И, соответственно, наоборот. Если на улице прохладно, он как термос сохраняет температуру. Еще такой немаловажный вопрос, который уже задают те люди, кто смотрит наш сайт svr.su. Если дом будет полностью построен из таких блоков, что необходимо и нужно будет сделать для внешней и для внутренней отделки? То есть потребуется ли дополнительная внешняя штукатурка? Начнем с этого. Нет, в отличие от газосиликата, повторюсь, пенобетон, он не гигроскопичен. То есть внешнюю стену мы можем всего лишь навсего покрасить декоративной краской, придать любой колор. Внутреннюю часть, если это постблок, можно оставить в черновом виде. Если это внутренняя отделка, здесь можно использовать разные компоненты. Шпаклевку можно использовать. Также хорошо к нему крепятся направляющие для гипсокартона.
используются разные плотности приготовления пенобетона, которые способны удержать анкерный блок. Ну, а в принципе, можно тоже, чуть выровняв шероховатую поверхность, покрасить и оставить в таком виде. Да, это возможно. Ну и немаловажная составляющая нового бизнеса. Дело в том, что в производстве используются товары египетского производства. Сейчас вы видите суэцкий цемент. И, Михаил, рассказывайте, что еще используется для приготовления пенобетона? Для приготовления пенобетона используются, как уже было повторено, местные компоненты. То есть это цемент марки 500. Используется местный пенообразователь, изготовленный в Египте. Песок, и у нас получается полностью экологически чистый продукт. Сегодня мы заканчиваем установочные работы. Как вы видите, блоки готовы, блоки получаются плотно. Их соответствуют всем стандартам. Соответственно, через пару дней мы будем готовы предложить уже готовый продукт всем желающим приобрести ее. Скажем так, те, кто заинтересовался этим, уже могут обращаться в SVR Group и узнавать подробности о ценах и об объемах своих заказов. Да, существует уже просчитана определенная цена, существуют типоразмеры. Обращайтесь в компанию, узнавайте цену, высказывайте свои пожелания в отношении размеров. Вот, существует небольшая очередь, потому что материал новый, много людей, много строек ими заинтересовались. Ну, будем стараться удовлетворить все потребности. Слава, пенобетон настолько плотный, что на нем даже можно стоять. Можно, можно попрыгать даже. Хотя он еще даже и сыроват. Да, ему всего лишь плотный. Еще одно достоинство пеноблока – это удобство его обработки. То есть, к примеру, если нужно сделать либо арку какую-то, либо сделать какую-то нишу в стене и так далее и тому подобное, обрабатывается обычной пилой, обычной абсолютно пилой. То есть он пилится прекрасно, получается ровная поверхность. То же самое и фигурно вырезать можно, было бы желательно. Вот, пожалуйста. Не теряет при этом своих физических свойств.